Всем привет! С вами сборщик, и добро пожаловать во вторую часть рисования на время. Для начала давайте представим наших участников. Сейчас вы видите имена участников. Первый участник — это Белильо, его время 5 минут. Второй — Глядем, его время 10 минут. И Даша, ее время 15 минут. Все ссылки на ребят будут в описании под видео. Ну, а нарисовать мы должны будем легендарного анимационного персонажа Губку Боба. Что же, поехали! Первый начинает Белильо, и его время 5 минут. Вот что получилось у Белильо. Следующий — это Глядем. И его время аж целых 10 минут. Смотрим. Эй, стой, не перелистывай этот момент. Хочу попросить тебя заценить канал Зомбо Ящик Анимейшнс. Парень реально старается и хочет научиться делать очень крутые и качественные анимации. Помогите ему найти свою дружелюбную и хорошую аудиторию, и его качество станет гораздо лучше. Вот какой замечательный рисунок вышел у Глядема за 10 минут. Ну, и последний участник во втором выпуске — это Даша. Ее время 15 минут. Смотрим. А вот какой рисунок получился у Даши. Довольно красивый. Что же, а вот и ролик подошел к концу. Если тебе он понравился, то ставь лайк. А можешь даже подписаться. Ну а в комментариях вы можете решить, какой рисунок из участников был самым лучшим. Ну а с вами был сборщик. Всем пока! Мясо, 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 как мы любим мясо. Ведь все мы любим мясо, ведь все мы любим мясо. Поэтому теперь мы с вами будем его пить. Будем пить мы мясо вместо воды и кваса. Не позволим мы бациллам организму навредить.